Что ты знаешь о сфере моушн-дизайна и визуальных эффектов? Как создавать взрывы и разрушения? Где скачать красивые материалы и текстуры? Как настроить красивый рендер? Но скажи честно, как часто ты видишь взрывы в музыкальных клипах и рекламах? За что клиент готов платить много? За дорогие текстуры на твоих моделях или смелые идеи? И самое главное, почему ребята с крутым навыком часто сидят без работы? Сфера визуальных эффектов и моушн-дизайна — это не только красивые взрывы и эвридейки. Это наука, которая нуждается в дисциплине, крутых идеях и ментальном развитии. Просто заходи и вдохновляйся видеороликами, которые создают наши выпускники. Мастерская Исаева. Убей в себе коллекционера видеоуроков.